Словишь? Назар. Назар. А я не дам это. Что там? Сигары, чешу. Что там у тебя, Злат? Это бумажки. Мам, будешь меня в садик красить? Покажи. В садик красить. Это у нее карандашики, волосы раскрашивать. А я подумала, что это фломастеры с мелком. Специальные для волос. О, шоколадка. Наверняка шоколадка. Планшет. Злат, я тебе говорю, бери так, чтобы было не подряд одному и тому же человеку. Пылесос. Чего? Какой пылесос? Это крутая штука. Да, это крутая штука, да. Там, а что это? Там рисуешь, потом нажимаешь кнопку, и все стирается резко. Одним нажатием кнопки. Это какой-то гаджет уже, да? Ну, такое, полу. Очень крутая. Полу-гаджет, но классная штука рисовала. Планшетик, да? Да. Такой первый, детский. Кому? Это Лиля, но по ощущению, что это картина. Да, ну это пусть Лиля угадывает, что там, давай. Передайте билетик, пожалуйста. Передайте билетик. Лиль, как думаешь, что там? Картина. На ощупь. Делаем ставку. О, Алиса, давай, покушай. Давай, а? Кого покормить? Давай, картошечку. А? Царапалка. Я так и думала, что это картина. Кому это? Даша. 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 Даша там, под Алисой. За Алисой не видно. Желто, столько бумаги мучились за заворачивать первый минут. Мама, да. Это ручка. Да. Что там? Игранькость. А ну покажи, Даша. Сейчас. Вау. Да, это настольная игра. Ну там ложатся шарики, вот эти висят на веревочках, ложатся, и надо так, чтобы они не выпали. Будете втроем дома играть и видео снимать. А мы посмотрим потом. Классно. Спасибо большое. Пожалуйста. Только на одних и тех же людей. Ну, Лиля, Злата, Даша. Ну там так и будет. Так и да, так и должно быть. Можешь еще. Ну там для Алисы один. Может, подарок. Еще Костя будет. Ну. Кому? Кому это? Злате? Не дам. Ой, а взорила. А там такой милый пазл, он 3D. Ты. У Златы вот такой 3D пазл с животными. Ну, вот. Спасибо. Мне? Да. О, Алиса уже к Сереже на ручки побежала. Вы знаете такой мультик, да? Да. Лиля, смотри, возьми руку и вперед поведи. Видишь, там вырезана окошечко. Мне понравилось. Ух ты. Ничего себе. Она замораживает по мультику, да? Да. Привет, Лиз. Если поднять руку, то у нее вот так светится. Крутяк вообще. Да. Вот. Юбка. На, держи. Можно слово Деда Мороза? Нет, все равно добрый. Давай, кому там подарочек? Читай. Даша. Даша так ждала этот вечер, да, Дашка? Нет, не давай. На, нет. Хочешь подарок? На. Как говорила Надя, ты вызываешь чувство потери, да? Сначала отдаешь твое, а потом забираешь. Да, Надя, это называется чувство потери? Вот так прицепим, как... А, тебе не нравится? Да, Назар, подойди. Даша, это чтобы от родителей деньги прятать можно было свои. Ну что, копилка. Это такая копилка, робот, он ездит. И там сейф, да, ты кодом открывается. Теперь ты всех мышей потрусишь, круто. Класс, спасибо большое.
Теперь все. Ты посмотри, какие глазища. Там, там, там в мышах, короче, этот монетки сложены. Теперь нет, туда, да? Не зажует, не знаю. Главное, код не забыть. Да, у Кости аж глаза повыснели, теперь код подбирать надо. Посмеялась со всеми. Алисочка, давай покушаем чуть-чуть, давай, зайка. Будем идти. Настя, попробуй ее покормить. Картошечкой, телятиной твоей, попробуй. Алисочка, Назар, кому это? Ты Кости? Нет. Доставка. Кому? Злат, будем покормить. Злата, Лиля, Даша. Да, Злата, давай. Идет. Мне кажется, Левчонка подбога. Сейчас посмотрим, что же там. Видишь, можно делать пиццу, да. Настоящую. Такой набор для пиццы. Настоящую. Я не ест. Гости приехали. О, Танюша, привет. Привет. Макар, привет. 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 Заходите. А сейчас. Это или сразу кушать, или в холодильник. Угадай, что здесь? Холодец? Да. Давай сразу на стол. У нас как раз холодца нет. Мы с мамой готовы. Класс. Таня привезла холодец на стол. Поставишь, Надюша? Да, да. Мы не сильно поздно. Не, мы только уселись. Так. Мне Танюха принесла мое любимое смородиное варенье, которое она сама закатывала. Да. Спасибо. Так, и подарки Алисе, но мы их положим тоже под елку. Кому это? Так, а Лиле я подарю аннигилятор. У нас джентльмен дарит дамам подарки. Танюш, садитесь сюда. Ой, я буду помощником. Не-не, Злат, ты сиди. Нет, ты сиди, Назар сам справится. Что там у Лили, смотри. Злат, смотри, что там у Лили. Это что прикольно. Ну, это Настя выбирала. Она сказала, что Лили должно понравиться. Это там духи создавать. Там разные запахи. Их как-то между собой смешиваешь. Это сметичка. Да. Более 20 ароматик. Класс. Даша. Даша. Даша, прости, что они все зеленые. Я в тот день запаковывала, ну, раньше. У меня другой бумаги не было. Меня ограбили. Подарок забрала, да? Да ладно. Я знаю. Ну да, мы играли. Ну все, Лена, теперь я знаю, что буду делать. Знаешь, что снимать на видео, да? Спасибо. Будешь с мамой и с папой играть. Там сложно, там надо перья выдергивать, чтобы яйца не упали. Спасибо большое. Так, Назар, давай дальше. В общем, это а смотри, Лен, как эти ветки разошлись. А да. Узкая, давай, Злате, Злате написано. Перед носом написано. Вот. Большими буквами. Я подумала, что это как варенье. Давай. Все подарков. 5 новых годов можно отметить. Хотите подарок? Да. Сам а сам он вас не хочет. Ты злой Дед Мороз какой-то? Смены. Он же спрашивал, злой ли он Дед Мороз. Похоже? Что там у Златы? Ну вот и все. Это вторая барышня. О, Анна. Ну да, чтобы играться, надо же две куклы, правильно? Анна и Эльза. Все, уже набор. Вы теперь готовьте комплект. И тоже, наверное, руки. Злат, дай, покажи. Покажи. О, покажи тоже светится. Ну, ух ты. Вот так. Вот, можно вместе играть. Держи. Кому? Это Лиля, но я ей подарю снежок. Который она не сложила. Промазалась снежком. Бери тогда какую-то коробку. Дарю тебе картонку. Ага, мама красивая. Это мне Настя свою отдала вчера. Вы пьете детское шампанское? Мой енот. Клетка, он все равно. Ты думала, только я учу его чему-то?
Якісь хімізми. Хімізми. Експерименти. Написано 8 плюс. Мамі давай, мама. Златі рана, 8 плюс написано. Ну, впаде кудись щось. Ти, експерименти. З новинними фермами. Там їх багато. Там є где-то список знизу їх. Или збоку. Вони на хімічі. Там їх дуже багато. Хімізми. Так, Назар, хто там слідуючий у нас? Щасливий? Даша. Даша. Дашуля, Дашуля. Називайте, як хочете. Дашуля. Ну, написано на кружке Даша. А ты можешь назвать и подругу. Даша, тебе не было. Просто Даша. Моя кошка тут. Потулка единорожек. Коробка. Коробка. Коробка с подарками. Шкатулка. Будешь туда колечки складывать, Даша? Цепочки свои, колечки. Да, ну, что да, да, оно вытаскивается и внизу тоже можно что-то. Нычка, нычка, будешь тоже деньги тратить. Класс. Буду когда та копилка будет полная, сюда начнешь служить. Да, можно. Нравится. Макару? Макару. Макар где? Макар, я не уверена, что он сейчас будет. А вот это больше похоже на... А, не, не, да. Подарочек. Подарочек. Давай. Подарочек тебе. Подарочек. А зачем мне подарки? Ну, ставь, он потом откроет. Подай да. Ко мне. Алисе. Алиска, тебе подарок. Алися, иди сюда. Иди а зачем смотри, взяла. Алис, давай откроем, давай. Давайте открывать. Давайте открывать. Открывайте, Коля. Давай, открывайте. Давай открывать. Давай. Давай, Надя, с тобой открой. Давай, открываем. Что здесь валится? Алиса, что здесь у тебя? Алиса, кто это выглядывает? Давай. Кто это? Кто это такой? Какие уши длинные. Собака. Смотри, почему ты будешь? Ой, собачка какая. И Надя на мышку убрать. И фотоаппарат. Класс. Какая собака. Эти бойцы. Ой, собачка, хорошая. Хороший. Подарочек у Алисы, да? Не пробивай мне чехол какой-то. Извини, Злата, но твои подарки с твоим именем уже упарились. Поэтому это Лили. А, это Лили? О, ножницы. Да, это тебе подарок, кстати. А, они его забрали. Да, господи. Лиза, да, это надо матери снимать. Да? Вот нам везет, вторая игрушка но уже с этой клипсой. Что, Сережка будет красивая. Золотая Сережечка. Алиса, где твоя собачка? Давай, собачка. За ухо его. За клипсу. Что там, Лилёк? Бананы. Тоже химия. Эксперименты с ДНК. Ого. Будете, в общем, дома разбираться. Это у нас сын на волочке. Забавы. Да. Кому? В этот обязательный день я дальше не придумал. Так что, Даш, на. Алиса повела Злату гулять. А, вода. Надя, слышно, будет чем заняться. Это можно и сейчас попробовать поиграть. Можете попробовать с детьми. Ну что, у Деда Мороза подарки закончились, да, Дед Мороз? Последняя коробка у Деда Мороза. А чье оно? Ну ищи, должно быть написано. Ищи, там надпись большая. Переворачивай. Еще раз, не так. В общем, Дед Мороз, у тебя подарок один, но он большой, как видишь. Поэтому он и один. Да, это мой. Это твой, твой. Большими буквами, видишь? А, Назару, ты на следующий. Слышишь, говорю, подарок один, но большой. Я уже
Назара, фамилия написана? Нет, нет. Назар. Ну, а ты знаешь, что тут Назар это? Может, хозяин в душе Назар. Пойду, Назар. Тихо, держи. Все, Дед Мороз заслужил. Такой был джентльмен. Ты запечатались такая? Хоккей, футбол. Назара, как ты думаешь, что там будет? Аннигиляторская пушка. Да, ну почти. А у меня идей больше нет. А, нет, огромная шоколадка. Мне нужно отойти. У Назара шок. Арбалет какой. Ну он же хотел. Нет, ты что, не такой? Это детский, да. Но нам в магазине запускали, Назар, я записала файл, как его запускать. Потому что там вообще написано, по-моему, 14+, но он сказал, что ты справишься. Включили, мигает. Включаем пульт, мигает тоже. Нажали вперед один звук, назад второй звук. Перестал мигать, ждем, пока перестает мигать квадрокоптер. Перестал, нажали раз вперед, он завелся. Потом чуть сильнее. Класс. Нет, я беру специально назад, прикольный. Классный. Садится он и вот так плавно, поэтапно. Как только супер. Коснулся, глохнет. Все, спасибо вам большое. Да я себе сниму. Тряпку. Назар, сними шапку. Покажи личико. У меня в глазах темнеет. Реакция на подарок. От Деда Мороза, ладно. Снегурочки. Он в шоке. Я честно тоже. Ты не обижаешься, что только один подарочек, нет? Я не обижаюсь, как ты там. Я бы еще пару. Хорошо, Даша не проболталась. Мы вчера вместе покупали. Молчала. Как проболталась. Вчера нам его запускали, он очень круто летает. Нам всем понравилось. И Насте понравилось. Подождите секунду. Это водички. Ну, ты же хотел. Мой Дед Мороз не принес подруг. Но мечты должны сбываться, правда, Назар? Это ограбление. Полетел. Тут даже знак радиации есть. Сейчас Назару показываю то, что только что видели вы. Как запустить. Когда Новый год, я сделала вот эту ерунду, зажгла желание. Я Алисе положила один подарочек, но ей принесли гости еще много подарков. И поэтому сейчас мы еще ей подарим. Сейчас то, что Надя купила. Алиса, смотри! Смотри, какая книжка. Точно. Большая. Вот это пазл. Это все наклеивается. Вот это все. Ух ты, клеится. Наклеек сколько, Алиска. Так что будете клеить. Вот это наклеите с Дашкой. Очень большие. Вау. Листенок. Ну, в общем, понятно. Классно, да. И еще одна такая. Алиса, еще одна. Смотри. Еще одна. Ну, понятно, да, тут больше там... Тоже это все клеить, клеить, клеить. Ух ты, скажи спасибо. И еще одна. Они вот просто... это ты накупила. Ну просто твой ребенок, Лена, он читает уже. Скоро будет читать. Ого, крокодил, ничего себе. Да. И засвечивается. Понимаешь? Круто. Крокодил в рост почти Алискин. Это все наклеить, ну, класс. И огромные. Класс, пазлы. Спасибо большое. Она считает, читает. А и вот это. Подарочек. Алиса, иди открывай подарочек. Алиса. Это то, что она тоже любит. Не, она же может и сама открыть. Да? Ну, может потом откроет. Алис. Энциклопедия тут. В общем, Надя говорит, тут энциклопедия, но Алиса сейчас не хочет открывать. Мы решили подождать, чтобы она сама распаковала. Какие прикольные. Да, классно. Очень тоже, очень красивые. Назар тем временем уже распечатывает квадрокоптер. Конечно же.
Можно еще хочешь открывать твои же подарки. А, вот он. А, его разрезать нельзя, его надо вот так всего. Откручивать, да. Я понял. Они идут с мотоциклом вообще. А, понятно. Я думала, там Костя квадрокоптер глянуть хочет. Я говорю, еще поцелую его, говорю, пытайся. У тебя машина не беги, Калат. Смотрите, как Назар запустит квадрокоптер, смотрите у Ларисы. Она сейчас это заснимет. Ты тоже пойдешь? А ты идешь, Настя? Я, да, что-то. Ну, прикольно, у них так интересно.